Это ракия из Сербии для тебя. Вот, слива. Сливовица. Сейчас ты ее попробуешь. Вот. Пьется из специальных бокальчиков. Из таких вот рюмасиков. Вот, понюхай. Шикарно. Так. Прям сливы пахнет. Это самое у них популярное. Ну, вот, да, напиток. Прям именно как сухофруктовый. Смотри, наливаем. Такой, такие мензурочки интересные. Оп, одна. Сейчас покажу, как пить. Вот, рюмочки. Да, я думала, там может быть какое-то горло заложенное будет. Они то, что еще закрываются с этими спешками. Вот. А это у нас зеленый апельсин из Абхазии. Да. Прекрасно, прекрасно. Все эксклюзивно. Вот, да. Да. Вот, теперь пробуй. Так, ну что, ну, в общем, так, смотрите, пьет. Как пьет. Пьется, да, смотри, пьется. Как. Вот так пригубил и все. Да, ну, такой, ее не гасит целиком. Да, да. А вот ее это, кстати, тоже, это для нее же тоже специальный бокал. То есть, видишь, он все равно вот, может, видимо, как... И заужен, чтобы запах остался. Пьют маленькими-маленькими глоточками. Да. Все, именно пробуем. Давай. Сейчас. Да. Самый эксклюзив. Из Сербии, из да. Из Сербии. Я взял побольше. И как результаты? Так непривычно, она просто класс. Крепкая. Как вот, маленькими-маленькими глоточками. Да, ее сербы пьют именно вот такие рюмочки приносят. Они пьют. Мы пьем чуть больше, нам маленькие глоточки. На привкус она очень приятная, чувствуется слива. Прям вообще вот откровенно такой привкус вообще крутой. Фруктовый, прям такой насыщенный. Чем-то похож на немецкий шнапс. Да, похож. Да. Ну, только градус чуть другой. Да, да, да. Но есть своеобразная нотка в нем. Отличная от шнапса немецкого. Вот, видишь, не зауженный горш, чтобы сохранялся аромат. Шикарно. Я не знаю, как по поводу аромата, вот очень привкус еще. Петя вернулся. Эй, мамбо, мамбо, итальяно, эй, мамбо, мамбо, итальяно, эй, мамбо, мамбо, итальяно. Я с утра упоротый, его матину пьяный. Сэр. Приношу свои извинения за початую бутылку. Граф Орлов настоял. Граф Орлов настоял пригубить за приезд. Все понимаю. Из Сербии. Это было очевидно. Спасибо, что хоть столько. Ну что ж, понеслась пизда по кочкам. Здраво будем, бояре. 48 градусов, кстати. Где-то тут у нас... Да, покрепче будет, чем водочка. Эх, не видно. Ну вот она. 48. Что ж, за наших братьев-сербов. Да. И за отличный напиток. Надеюсь. Самогоночка. Я бы сказал, я вчера уже сказал графу Петру Белибобычу, что похоже на шнапс. Бывало, доводилось мне бывать в землях германских. Похоже на шнапсик. Вообще, в принципе, вот этот вот вкус дистиллята, по сути, неочищенный такой, сивушный, с запахом изначально... Вот, кстати, слива очень чувствуется, да. То есть запах изначально из чего ее делали, и привкус присутствует. Но, блин, конечно, из этого пить такое себе не очень удобно. Ну что ж, выпили по-сербски, но в следующий раз пить мы так будем в Сербии. Мы все-таки в России, поэтому маркировочка. О, так вот более-менее будет нормально. Russian style. Дружба народов. Ну что, накатим, я думаю... Господа. Господа, давайте накатим за Слободана Милошевича. Мой
один из любимых президентов после Бориса Ельцина. Я вообще люблю Сербию, люблю команду Црвена Звезда. Люблю эту, как ее, Аню Иванович, замечательная теннисистка была. Я думал, порноактриса. Ну, давайте накатим за сербский народ, который нам подарил много замечательных, выдающихся людей. Ничего не знаю по-сербски, они, наверное, что-нибудь говорят, что-нибудь живе буде или что-нибудь. Живе буде. Ну ладно, это будет наш вариант. Ну, я не уверен, что я прав. Живе буде. Добро, добро. Мы устали пить без запивки. В итоге мы сделали морс из... яблочного варенья. По сути, яблочница. Яблочница. Если по-сербски. Да, мы сделали яблочницу чуть-чуть запить. Вот тут плавают ингредиенты сверху. Шапка так попаливает. Кот с нами. Шлевовица forever. Любим, ждем, пьем.